Здрасте, всем, друзья, приветуленьки. И сегодня мы поговорим про автодрайв на русском языке для отрадной долины. В последнее время сыпется уйма вопросов, где взять на русском языке, скинь свой автодрайв и все такое прочее. И людей смущает то, что в интернете лежит на английском языке. Мол, я английский не понимаю и все такое прочее. Поэтому, ребята, сразу же говорю. Тот, который у меня, карта маршрутов, ее делал не я. Если бы я ее сам делал, я бы ее выложил, мне не жалко и все такое прочее. Но со мной поделились. Я чужими трудами делиться не могу, но это неправильно. Сами понимаете. Во-вторых, если бы я заранее знал, сколько геморроя будет с этой готовой картой, которую человек делал под себя, я бы ее себе не ставил. Вы потом увидите это в дальнейшем в прохождении, оно просто уже записано тем, кто смотрит. Вы увидите. Я вам сейчас расскажу. Во-первых, ее нет смысла переводить. Если мы откроем карту, то точки продажи все вот эти вот, их очень много. Pine Valley Aldi там, допустим, или вот в любую тыкаешь Home Depot, например, они все практически и так на английском языке. Соответственно, перевода никакого смысла нету. Здесь она тоже у меня не переведено, потому что смысла в этом нету. Да, если мы откроем какую-нибудь электростанцию, СЕК, например, ну тут написано модуль. Серьезно, если там будет написано по-английски, это вас как-то облегчит вам жизнь? Или что? Но все точки на карте, которые есть именно на карте, они все на английском. Да, есть база, например. Но смотрите, здесь есть одна точка на базе, одна точка вода, которую я ставил сам. Эта точка, она подходит мне. Но она не подойдет вам, потому что у вас вода там будет стоять в другом месте. Мой элеватор, ладно, это пойдет, но это одна. Мойка, у меня ее нету, эта точка вообще просто левая какая-то. Склад, сады, теплицы, это я ставил себе. Ферментатор, элеватор. Эти точки сделаны чисто под мое прохождение. Даже если вы попытаетесь в те же самые места всунуть эти элеваторы и ферментаторы, у вас все равно работать не будет, потому что надо заставить, но, грубо говоря, с точностью до пикселя. Вы этого никогда в жизни не сделаете. Заправка на базу. Опять-таки, у меня этого всего нету, пустые точки. Клей, гипсокартон. Вот эти все точки, они, в общем-то, как и вот цемент, сталь, например, да? Вроде бы все на русском, все прекрасно, друзья. Но вы никогда в жизни не расположите вот эти вот склады и заводы так, как это надо мне. Здесь уже были эти точки, и мне приходилось их стирать. И поверьте, стереть их — это геморрой, потому что нужно все объехать сначала точки постирать, а потом все пути, всю карту, и перерисовывать заново. Оно вам не поможет. Поэтому, друзья, скачивайте английскую версию и пользуйтесь ей, она пустая. То, что вам все равно придется это все рисовать. Ну и тех, кого вот вообще прям смущает, объясняю, как ее легко перевести на русский язык. Вот файл, который вы скачиваете, Autodrive Config. Этот файл можно открыть в любом текстовом редакторе. Вот он в таком вот виде будет. И, например, вы хотите, чтобы у вас было вместо field поле. Вы, друзья, нажимаете Ctrl-R. Ну, по крайней мере, в моем редакторе. У вас это может быть, я не знаю, найти и заменить, короче, там такая штука. И пишите здесь слово field, которое в карте обозначает поле. Но у меня это все переведено, поэтому пускай это будет слово поле. И чем его заменить? И нажимаете на кнопочку «Заменить все». И вообще все точки, которые у вас имеют слово «поле», заменяются на то, что надо. Вот как видите, сейчас вот «Field» у меня. «Field 80», «Field 80 90» и так далее. Если вы уже вообще не знаете никаких английских слов, то существует миллион переводчиков. И вы просто пишете по-английски слово, которое вы не знаете, и оно вам переводит на русский, пожалуйста. Но опять-таки, еще раз повторяю, но нету смысла вот это вот все переводить. Но реально нету. Я вообще не знаю, зачем я записываю это видео, как бы, с одной стороны, чтобы оправдаться, что я не козлина, что не делюсь своим автодрайвом. Да мне на самом деле похер, можете думать, что я козлина и делайте, что хотите. Но серьезно, ребята, включите просто голову и переведите сами кусок карты, который вам надо. Это просто. Тут не нужны знания какие-то. А стирать мою карту — это полный будет геморрой, поверьте на слово. В следующих сериях, где-то в середине сезона, когда мы начнем ставить вот эти вот заводики все, которые вот у меня здесь стоят, склады, заводы и все остальное прочее, вы увидите, сколько времени у меня на это ушло. Так что всем мир, чуваки, и качайте английскую карту и играйте на ней, она абсолютно нормальная. Все точки все равно на английском. Как-то так. Я надеюсь, что я хоть одному человеку помог, значит, это уже имело смысл. И, в общем-то, да, всем покаки.